Германия готова возобновить диалог с Россией, но при условии выполнения Минских соглашений. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. По ее словам, стабильности в Европе можно достичь только вместе с Россией, поэтому даже несмотря на конфликты, связанные с Украиной, отказываться от контактов с Москвой не стоит, отметила канцлер. Но интенсивные переговоры могут начаться только после реализации Минских договоренностей. С точки зрения европейской политики безопасности и обороны, мы должны приложить все усилия для улучшения переговорных контактов с Россией. Это подразумевает также реализацию Минских соглашений. Если это удастся, тогда мы сможем снова вести более активные и интенсивные переговоры.